театральная версия цикла Мессиана «Ярави». Этот цикл из 12 песен задумывался автором, когда тот находился в концлагере в 1943 году. И написать он его смог уже только после освобождения в 1945. Очень мощное произведение на стихи самого Мессиана. Символистская, сюрреалистическая поэзия, где есть собственная цветовая символика автора, его страстная любовь к птицам и перуанская мифология в перемешку с астрономическими и физическими терминами. Ярави, само слово, это слово на языке кечуа, на языке древних инков. Это жанр традиционной перуанской баллады, где существуют влюбленные, и они в конце обязательно умирают. Что-то типа Ромео и Джульетты, но в таком перуанском высокогорном варианте. Если подходить к этому вопросу технически, то, скорее всего, перформанс. Но если поэтически, то театрализованная феерия. Премьера была в 2016 году. Мы почти сразу же повторили это в Большом зале музея Скрябина в том же году. И в прошлом году мы это исполняли в Рахманиновском зале на французском фестивале в консерватории. В декабре этого года мы будем исполнять в Екатеринбурге на фестивале «Евразия». Я учился здесь в Гнесинской десятилетке у Машиной мамы, у Анны Федоровны Арзамановой. Первый же год, как я сюда поступил, я Машу узнал. И это было 16 лет назад. Лет 7-8 назад мы ездили вместе на конкурс в Граце и готовили большую программу. Там было много 20 века, и Шуберта, и другой романтики. Но 2 года назад стали исполнять этот цикл Мессиана. И вот сегодня исполнили его уже 4-й раз вместе. Вот этот цикл, он действительно очень-очень сложный и для вокалистки, для певицы, и для пианиста, и в ансамбле. Поэтому очень редко исполняется и очень редко записывается. Либретто как такового не существует, так как это не опера. Существуют песни, существуют стихи, и из этих стихов, письма символистских, я вытащила сюжет, изучала световую символику и таким образом составилась либретто. Так что можно сказать, что либретто все-таки авторское.